Столько жертв понесла в область за время этой оккупации. Почти 500 000 людей загинуло. 117 тысяч молодежи было угнано до работы. Все разрушено хозяйство народное. Эти убытки, потери трудно восстановить было, но отвоевав, одев, скинув форму, люди взялись за дело, и в течение кратчайшей сроки было восстановлено народное хозяйство. Я был в Первом Белорусском фронте под Ковелем, так что Проскуров в стороне был. День народження мій 26-го. По радіо передали, що освобожден Проскуров 25-го. Це був подарок моєму 20-літтю.